вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Ой, а вы помните, как мы раньше-то пели? Девчонки, давайте споем. Давайте! Чего это вы выпихиваете этих птенцов из родного гнезда? А может, у них крылья не выросли? Вдруг они летать не умеют? Они хотят учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Вы вообще у самих выпускников спросили? А я спросила, очень хотят. К настоящему времени ни на один удостоенный замены 11 класса, не считая бесспорной гениальности каждого отдельно взятого ученика, подобного сборища талантов собрать вам уже не удастся никогда. Ведь сейчас одновременно учатся мастер спорта по спортивной гимнастике, как минимум 2 хоккеиста, футболист, несколько голосов Софии, победитель и участник всероссийских олимпиад, будущие учителя, талантливые музыканты. Всех достижений нам не перечислить. Отсутствие данного класса нарушает в первую очередь биоритм школы. Но не грустите. Должны же все-таки прийти талантливые и хорошие ученики. От счастливых пап и мам, чтоб с детьми мы стали делать, если б не отдали вам пионерский салют. Здоровья вам, наши дорогие учителя. Достойной зарплаты. Чаще улыбайтесь. Будьте любимы. Добра, мира, благополучия. Хороших вам учеников! Спасибо за наших детей!